Доброго дня. Расскажите ваши вымоги. Мы из Харькова. Добре. Расскажите ваши вымоги. Наши вымоги – это принятие вот этого закона. Что это за закон? Это закон о переводе валютных кредитов в гривну по курсу на момент взятия кредита. Порошенко, когда шел к президенту, он обещал посодействовать принятие этого закона. Есть интервью, оно есть на кредитном майдане. А получилось ничего. Пока. Получилось, что люди сидят под Верховной Радой, что забыли, пообещали и забыли, как обычно. Вот мы сидим, чтобы напомнить. Это хороший день, это не пятница, когда все разъезжаются. Какой день вы уже голодуете? Второй. Второй. Успехов. Спасибо вам большое. Ну что, Сергей Петрович, вы задоволены решением комитета? Думаю, что так. А люди будут задоволены? Ну, зараз видите, побачите. В комитет по банковской деятельности, но он специально пришел нас поддержать и внести правки по АТОСам. Тоже будем. Це ще не перемога. Перемога буде тоді, коли це все проголосується в Верховній Раді. Тому це, це початок, але основне це буде, коли кінцеве буде голосування. Тому найближчим часом його винесуть на голосування і проголосуємо, а тоді буде перемога. Це буде так. Голосование вынесено на четверг.